Друзья, привет! В этом ролике я расскажу про яркий гриб, который один в один, как из страны чудес. Это Астрофария сине-зеленая. Астрофария сине-зеленая – сапротрофный вид. Растет она в хвойных и смешанных лесах, на лесной подстилке или на почве, предпочитая при этом богатые гумусом грунты. Иногда она селится на гниющей древесине как хвойных, так и лиственных пород деревьев. Появляется она в сентябре и плодоносит до начала ноября, одиночно или группами, иногда пучками, встречается часто и ежегодно. Астрофария сине-зеленая – гриб средних размеров. Ее шляпка от 3 до 8 сантиметров в диаметре. Сначала она колокольчатая, затем становится выпукло-распростертой или распростертой с тупым бугорком по центру. Шляпка липкая, а во влажную погоду слизистая и блестящая, насыщенного сине-зеленого цвета, которому, собственно, и обязана своим видовым названием. С возрастом цвет шляпки сначала тускнеет, становится зеленоватым, а затем и вовсе желтоватых оттенков. Окраска изменяется неравномерно, начиная с центра, образуя размытые желтоватые пятна, иногда с буроватыми или лиловыми оттенками. В молодом возрасте шляпка покрыта остатками частного покрывала в виде белых чешуек, а по краю остатки покрывала имеют вид бахромы или белых хлопьев, которые иногда у взрослых экземпляров полностью отсутствуют. Кожица на шляпке легко снимается так же, как и у маслят. Пластинки приросшие или приросшие зубцом. Сначала они светлые, серо-зеленоватые, затем становятся розовато-бежевыми и по мере созревания темнеют, становясь лилово-коричневыми. Край пластинок светлый. Ножка длиной до 8, иногда до 10 сантиметров и диаметром от половины до 1 сантиметра. Цилиндрическая, внутри полая, сине-зеленая, позже желтовато-зеленоватого цвета с хорошо развитым беловатым или синеватым кольцом, которое сверху обычно покрыто слоем коричневых спор. Со временем кольцо может исчезать, оставляя после себя кольцевую зону. Выше него ножка гладкая, ниже с многочисленными отстающими хлопьевидными белыми или желтоватыми чешуйками. Мякоть тонкая, беловатая или синевато-зеленоватых оттенков. Запах слабый, островатый или травянистый. Вкус невыраженный или горьковатый. Астрофария сине-зеленая, съедобный после предварительного отваривания гриб. Чтобы они не были слишком скользкими, перед приготовлением со шляпок лучше снимать кожицу. Но при этом в западных источниках этот гриб указывается как ядовитый. Однако случаи отравления неизвестны. Есть информация, что в некоторых популяциях может содержаться меконовая кислота, которая является компонентом опия, и сырые грибы в больших количествах могут оказывать галлюциногенный эффект. Также есть информация, что полисахариды, извлеченные из мицеллиальной культуры гриба, в лабораторных условиях полностью подавляют рост клеточных линий саркомы и карциномы. Астрофария сине-зеленая имеет вид близнец из этого же рода. Это астрофария небесно-синяя. Эти два вида внешне практически неотличимы друг от друга. Они надежно отличаются только микроскопией. А из внешних отличительных признаков это более светлые края пластинок, чем цвет их основной поверхности у астрофарии сине-зеленой. Пластинки же у астрофарии небесно-синей окрашены равномерно и везде имеют одинаковую по интенсивности окраску. Также мне встречалась информация, что у сине-зеленой кольцо на ножке задерживается более длительный период, а у небесно-синей оно быстро исчезающее. С точки зрения употребления эти два вида равноценны, потому в их различии нет практической необходимости. На этом все. Ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал.